Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы сделаем обзор продукции торговой марки «Кокос» безопасных моющих средств для дома, производства фирмы «Мидас». Мы сегодня получили посылку, сейчас мы ее вскроем и посмотрим, что нам здесь пришло. Замечательно! Это подарок, спасибо! Это то, что мы заказывали, концентрат для мытья посуды. Его можно разводить до 1:3. Вот. Замечательный состав. Безопасный. Даже если попадет, не дай бог, в пищу, от этого точно не умрешь. Описание. Вот, попробуем на запах. Запах, в принципе, нейтральный. Никаких резких запахов. То, что мы заказывали, антисептик. То же самое, безопасный состав, глицерин, пантенол, эфирная олея чайного дерева. Также 70% спирта и вода. Недорогая цена на него, 40 гривен всего лишь, фирмы-производителя. Мыло сакские грязи. Довольно-таки большой кусок, всего лишь 28 гривен. И он очень твердый, хорошо пенится, мы уже пробовали. Вот, и он очень надолго хватает его. Описание есть на сайте, у них есть также на этой упаковочке подробно, для каких типов кожи он подходит. Не вызывает абсолютно раздражения, проверяла на себе, у меня очень чувствительная кожа. Другого типа, тоже уже это мыло будет с запахом. Состав другой немножечко. Ага, мне что-то интересно, что это за запах такой бы проверить. Он должен быть с ароматом сирени. Синий цвет. Да, присутствует аромат. Аромат не резкий, очень слабенький. На сирень похоже, только в составе почему-то не указан. Для создания запаха какое вещество. Кокосовая касторовая олия, с помощью чего аромат сирени получился, это уже интересно. Но так как производитель убеждает нас, что он европейского качества, то будем доверять. Это еще один такой же сакский грязи. Мы их заказали много, потому что мы их уже проверили. Не боимся использовать. Твердый шампунь ручной работы. Тоже замечательный безопасный состав. В плане того, что все компоненты натуральные. Вот. Будем первый раз использовать. Но я думаю, с волосами будет все в порядке. Жасмин. Тоже два мыла заказали. Смотрим состав и определяем запах. Ага, вот в этом уже указан масляный экстракт жасмина. Значит, мы знаем, что это экстракт жасмина, что это не какое-то химическое вещество придает запах этому мылу. Мыло беленькое, замечательно. Запах более резкий, чем у сирени. Вот. Но приятный. Кто любит жасмин? Так что можно смело пользоваться. Тоже на него цена 28 гривен. Все вот эти вот мыла, которые мы брали, 28 гривен. Кроме твердого шампуня, он чуть дороже. Очень приемлемая ценовая политика у этой компании производить. Нам очень приятно с ней сотрудничать, потому что у них еще цена на счет заказа, который они отправляют бесплатно, оплата за их счет, всего лишь от 350 гривен заказ. Можно делать прямо на производителя. Сайт указан на каждом кусочке мыла, поэтому вы можете заходить на этот сайт kokos.ua. И прямо у них делать заказ. Так я и сделала, когда впервые попробовала их. Подписывайтесь на канал. Всего хорошего.